Итак, грохнул я старую версию детектора Тулса. У меня была 1.11.86, загрузил 1.11.100. Вот, происходит обновление прибора, если происходит. Сейчас посмотрим. То есть пока он проверяет информацию, я подсоединил свой паспорт Макс. И вот те несколько точек, которые мне покоя не дают, мне нужно будет вечером проехать. То есть где произошло изменение скоростного режима. Посмотрим, за какое число он нам выдаст обновление. Не знаю, с чем связано. Буквально 2 или 3 дня назад пытался я обновить его. Он мне писал, что база данных верна. Прошивка в адаптированной этой модели. Нет, нифига. То же самое он пишет на апрель месяц. База не изменилась. Соответственно, значит, точки эти не изменились. Хотя версия детектора Тулса изменилась. Смысла нету проверять.